Понимаете, на Украине болезнь так запущена, что уже никакими уговорами, переговорами, ничем, там ничего это излечить невозможно. Там возможно только хирургия. Поэтому ответом на вот этот, на эти выступления нацистов может быть одни. Солнцепек. Это нужно выжигать. Совершенно так. Мне скажут, ой, это не христианский путь. Христианский вполне. Молитва должна быть Богу. Как Суворов писал, без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать. Это нужно сейчас, это наука побеждать, она же там из этого состоит. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, ух. Мы православная страна, и потом 10 часов давайте бомбами тех, этих, всех бомб. Опять мы православные. Опять бомбами. Что, рехнули, что ли?